Хай, Антон, авантюрист на связи. Это видео снимается с планшета. Я первый раз снимаю видео с планшета, поэтому это забавно. Качество картинки может быть не очень прикольным. С другой же стороны, я как на допросе направил на себя яркий свет лампы и думаю, это сгладит качество. Ну да ладно, лишнего пидрёша вообще ни к чему. Собственно, видео. Это видео специально для дамы, которая называется Венера Чернышова, которая настаивала, чтобы я снял это видео. Я сначала не хотел снимать это видео, мол, говорю, ну зачем вообще, и камеры у меня нету. Рядом она говорит, ну, есть же возможность все равно, чтобы это снять видео. Она говорит, ну, короче, все, я говорю, фигню какую-то, ладно. Итак, видео, как я сказал, специально для Венеры Чернышовой. Вот это будет у нас ответ на три вопроса. Готовиться я не буду записывать что-то заранее, поэтому ответим просто экспромтом. Вопросы, собственно, на тему того, что я участвую в конкурсе. И там было одно задание, собственно, конкурс, организаторы конкурса Артём Мелик и как же его второго там? Сори, но я не помню. В общем, сооснователь сервиса «Работа дома 2». Вот, видео у нас посвящено ответу на трем вопросам. Конкурс, в котором я участвую, одно задание, которое я делаю, это визуализация. То бишь, представить себе такую ситуацию, что, допустим, ты выиграл главный приз. То есть, да, главный приз там либо билет на Бали, либо, собственно, на том же Бали, проживание на полгода в доме, либо, нет, не либо, а дом на полгода, и плюс еще и мотоцикл тебе дадут. Вот, и задание было такое, то есть, представьте, что ты выиграл, там, и дом, и мотоцикл, и билет, и приехал туда, и что ты там вообще, собственно, будешь делать. Вот. Собственно, первый вопрос, который Венера задала, почему ты хочешь жить именно так? Вот. Но в моей визуализации было несколько пунктов, думаю, разобрать их стоит по очереди. Там было несколько пунктов, то есть, во-первых, почему мне это интересно? То есть, я думаю, основной пункт, который я бы поставил во главе всего, то есть, это то, что я в данный момент пишу как раз серию книг. Одну книгу я уже написал, дальше будет несколько книг. Серия книг называется «Жизнь по своим правилам» и посвящена тому, как, если говорить грубо, как один простой среднестатистический человек, скажем так, переходит... Ну, если говорить совсем по-простому, вылезает из полной задницы и начинает жить нормальной, полноценной жизнью, так, как ему хочется. Вот, почему ты хочешь жить именно так? То есть, ну, во-первых, мне нравится писать, поэтому я начал эту книгу и серию книг, соответственно. То есть, хочется донести до людей, что, пожалуй, нет, даже так, основная идея книги – донести не то, что успех он возможен, потому что успех возможен, множество людей добились успеха и в денежном плане, и в других. Идея серии книг моей «Жизнь по своим правилам» показать то, что процесс перехода, он возможен, но он не так гладок, как это привычно воспринимают, то есть, ну, привыкли воспринимать обычно люди. То есть, множество граблей на пути, всякая такая фигня происходит. Вот. Так, отвечаю дальше на первый вопрос. Почему ты хочешь жить именно так? Сейчас я, конечно, понял то, что я гоню полную фигню, все получается скомканно, но пусть получается так, как получается, потому что это живо. А почему ты хочешь жить именно так? То есть второй пункт в списке, но, я думаю, не на втором месте, он по значимости, это, собственно, то, что сами путешествия, они меня цепляют. В практике моей есть жизнь в четырех городах на текущий момент. 23 года мне, и я успел пожить в Новосибирске, потом далее был Нижний Новгород, Москва и Магнитогорск. Большинство моих переездов были не, как это обычно делают люди, а, допустим, приехал в один город, остался к чертовой матери там совершенно без денег, уехал автостопом в другой город и начал там как-то выживать, искать работу, вкусности, вкусняшки, чтобы не помереть с голоду и так дальше. Вот. То есть, ну, тогда ты и понял, когда ездил автостопом, то есть, ну, просто картинка, когда ты вообще совершенно без денег, едешь в незнакомый город, сидишь в кабине у дальнобойщика, смотришь на дорогу, а там уже солнце садится, и все окрашено в яркие такие алые тона, и ты перед собой видишь только дорогу, и, то есть, ничего нету больше, то есть, ни прошлого, ни будущего, есть только этот настоящий момент, который тебя безумно цепляет.
приносит краски в твою жизнь. И, к слову, просто однообразие я ненавижу. Вот. А, путешествия. То есть, ну, конечно, жить в каком-то городе не совсем прикольно в России, потому что лето у нас бывает очень-очень-очень-очень коротким. И хочется иногда из этой грёбаной зимы, которая бывает очень холодной, взять и уехать куда-нибудь, скажем, на Бали, либо в Таиланд. Потому что там, а, дешево, б, просто здорово. Итак, почему ты хочешь жить именно так? Еще один пункт у меня там был. Если бы я приехал туда, что бы я сделал? Я бы стартанул свой проект. Изначально не коммерческий проект, на самом деле посвящен идее построения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То есть, это долго объяснять, как я к этому пришел, просто обозначу вкратце. Ладно, это простительно. Идея в том, чтобы брать, допустим, находить людей, пары семейные, как вариант, которые, допустим, прожили вместе 5, 10 лет, 15, 20, и прожили их просто чудесно друг с другом, и взять у них некоторые такие фишечки, которые они использовали в своих взаимоотношениях, чтобы их сохранить и сделать лучше. И, собственно, видеопередачу я хочу сделать именно об этом. То есть, как я сказал, изначально не коммерческое, потому что мне это самому интересно, в первую очередь для себя. Во вторую очередь хочется поделиться с этими людьми, с людьми. Ну, собственно, затем-то я и начал. Одна из причин, по которой я начал писать книги. Вот. То есть, ну вот, я думаю, на первый вопрос, почему ты хочешь жить именно так, три пункта. Я ответил. Ну, там еще один пункт есть. Это сообщество единомышленников, которые мыслят как ты и занимаются, живут так же, как ты, путешествуют. То есть, да, это окружение, банальное окружение. Я могу долго очень говорить об окружении, но не суть, не в этом видео. Второй вопрос от Венеры был такой: что тебе мешает жить так, как ты рассказал? Ну, по сути, если разобрать по пунктам, если брать пункт написания книг, вот мне сейчас ничего не мешает и никогда нигде не мешало. Я писал книги и в этой квартире, и на съемных квартирах, и даже в кабинах у дальнобойщиков, и в общежитиях, и даже на трассе, то есть не на самой трассе, а когда ездил автостопом, а в придорожных кафешках. Даже там я, собственно, продолжал писать свою книгу в ежедневнике, потом переносил ее в компьютерный вариант. Вот, итак, книги мне ничего не мешает писать. А насчет путешествий все-таки есть. Нету постоянного источника доходов, который был бы в интернете. То есть я дальше расскажу, как. Ладно. Дальше. То есть, что мешает, нет, отсутствует источник дохода в интернете, чтобы осуществлять эти самые путешествия. И третье, что мне мешает жить так, как ты рассказал, стартануть проект, чтобы стартануть эту видеопередачу, нужно, во-первых, купить, ну, хотя бы какую-то камеру. И нужно, то есть, ну, те люди, у которых я хочу взять интервью, они находятся в очень разных городах. То есть, ну, для этого, соответственно, тоже нужны деньги, и желательно, чтобы этот источник дохода был не привязывал тебя к месту, а был из интернета, направлен к тебе. Тогда это позволит ездить мне и брать интервью этих людей. То есть, ну, на Бали, как я сказал, у одного человека я бы взял интервью. Я считаю, то, что у него есть чудесное отношение с девушкой. То есть, вот. А дальше что? Что мешает тебе жить так, как ты рассказал? По книгам мы прошлись, поэтому прошлись. Ладно, третий вопрос для, собственно, этого видео. Что ты готов сделать, чтобы начать жить так, как ты поделился? Что я готов сделать? Тут, в принципе, делать-то особо нечего. Единственная первая вещь, которую я вижу, которую нужно сделать сейчас, это начать создавать источники дохода через интернет. Их у меня сейчас нет. Планирую это сделать в начале 2015 года, то есть через пару месяцев. А я сбился с мысли на самом деле. Так, что ты готов сделать? Да, через пару месяцев, каким образом я хочу это сделать, то есть участвуя в конкурсе Артема Мельника и Александра Редькина, если я правильно вспомнил, я увидел то, что есть такой интернет, который называется «Работа дома 2», который позволяет, как раз-таки учит зарабатывать деньги через интернет. Но важная вещь, которая мне нравится, которую я ставлю особняком в этом всем, это, пожалуй, то, что берут человека, берут его конкретные пожелания, умения, способности, и именно под эти способности, умения и пожелания подбирают ему ту работу, чтобы она ему была по душе. То есть это не как это обычно бывает, ты что-то делаешь, проклинаешь это, и тебе вообще-то не хочется делать. Как бы вот. Я думаю, я ответил. Получилось 9 минут 50 секунд. Мое первое видео на планшет, как я сказал, получилось очень скомканно.
Но как получилось, так получилось. Я думаю, смысл из этого можно, да, убрать. Ладно, на этом все. С вами был Антон Авантюрист. Пока-пока.